героев и гол престижа за Урал на счету Спартака Гогниева. 3-1 Рубин побеждает и набирает 23 очка. Теперь эта команда снова среди лидеров. Поздравляем всех, кто за Рубин болел, всем, кто болеет за Урал. Я желаю не отчаиваться и на новый стадион ходить, может быть, даже больше, чем на старый центральный, с которым сегодня Урал попрощался. На этом все. Павел Занозин работал для вас из Екатеринбурга с матча Урал-Рубин. Спасибо большое за внимание. Смотрите чемпионат России на канале «Наш футбол». Еще увидимся. Не скучайте.